Всех приветствую на канале Отвертка, канал домашнего мастера. В сегодняшнем видео обзор геймерского ноутбука с двумя дисплеями. Hewlett-Packard Omen X2S. Все устройства из серии Omen отличаются привлекательным дизайном, а благодаря качественным комплектующим еще и высокой производительностью. Геймерский ноутбук с двумя дисплеями Hewlett-Packard Omen X не стал исключением. Давайте разберемся с внешним видом данного гаджета. Так, данный ноутбук является игровым, поэтому чем-то схож с другими подобными моделями. Корпус ноутбука большого размера и имеет он черный цвет. А в корпусе гаджета имеются специальные вставки, они могут быть разных цветов. Наиболее часто вставки имеют красный и синий оттенок, которые создают особый антураж. Также на ноутбуке расположен фирменный логотип серии, находящийся над клавиатурой под дисплеем. Он подсвечивается оранжевым цветом. Отличает корпус его уникальная текстура, характеризующимся заметными срезами по направлению к клавиатуре. Большой дисплей прикреплен к корпусу двумя специальными петлями, с помощью которых он и поднимается. Важное замечание от нашего канала. Стоит заметить, сей факт является скорее минусом, нежели плюсом. Свободное пространство между корпусом и дисплеем могут залазить различные проводочки, которые подключаются с обратной стороны ноутбука. Это точно не технологично. Разъем для кабеля в данной модели расположен с правой стороны. К сожалению, штекер ноутбука не угловой, он является прямым, из-за чего есть вероятность его поломки в ходе эксплуатации устройства. И эта возможность гораздо выше. В данной модели имеется всего три разъема для USB кабеля. Два по бокам и один с тыльной стороны модели. А мониторные выходы также расположены на задней части корпуса. Это хорошо. Но скажу следующее по USB кабелю. Три разъема — это немножко маловато. Идем далее. На правом торце находится полноразмерный разъем для карты памяти. Карта из разъема практически не выступает, виднеется лишь пара ее миллиметров. Важное замечание от нашего канала. Для извлечения карты памяти из разъема необходимо нажать на нее. А благодаря пружинистому слоту карта памяти выводится наружу. Не надо ее пытаться чем-то выковырять оттуда силой. Колоночки или динамики. Встроенные в ноутбук колонки имеют хорошее звучание благодаря большому корпусу. Смотреть фильмы, играть в игры и прослушать музыку вполне удобно и без использования дополнительной гарнитуры. Ну а теперь давайте рассмотрим клавиатуру и экран. Клавиатура данной модели является механической, а ее ход небольшой. На клавиатуре находится 6 кнопок, которые можно запрограммировать под определенный макрос. Если учесть дополнительную клавишу функции FN, которую можно использовать для комбинации, таких кнопок становится целых 12. Это довольно-таки неплохо. Важный факт. Интерактивная подсветка ноутбука является настраиваемой и регулируемой. Это очень хороший факт. Идем далее. При нажатии кнопки функции все клавиши ноутбука начинают светиться различными оттенками. Цифры клавиатуры подсвечиваются красным цветом. Программируемые клавиши под макросы – синим, а остальные клавиши, их называют еще функциональными, сияют фиолетовым. Цифровой блок клавиатуры помимо стандартных кнопок имеет фирменную клавишу Omen, при нажатии на которую запускается соответствующее приложение на ноутбуке. Именно в нем пользователь имеет возможность регулировать подсветку клавиатуры и различные другие настройки, что очень полезно и важно. Ноутбук оснащен и тачпадом, который всегда придет на помощь в экстренных ситуациях при отсутствии мыши. Ну, некоторые, скажу следующее, некоторые любят работать именно с помощью тачпада. Я нет, это точно. Хотя тачпад является комфортным, играть на нем максимально, в принципе, как бы неудобно. Под ним находятся две специальные клавиши, заменяющие клик левой и правой кнопок мыши. Ну а теперь самое главное, самое забойнейшее. Этот ноутбук, именно этот данной модели, имеет два дисплея. 4К – это основной, на откидной крышке. И над клавиатурой имеется Full HD, тоже экран. Прекраснейшее применение, прекраснейшее, так сказать, разделение функций и так далее. Матовые дисплеи имеют широкий угол обзора и отличаются хорошей цветопередачей.
Офигительная вещь, если честно. Ну а теперь производительность. Итак, данный ноутбук оснащен качественной видеокартой от фирмы NVIDIA и высокопроизводительным процессором от Intel. А объем оперативной памяти компьютера достигает 32 гигабайта. Шикарное значение. Очевидно, данное устройство способно обеспечить комфортную игру в большинстве современных игр на ультранастройках графики. Моща попрет по-любому. Важное замечание от нашего канала. Следует отметить, что запуск требовательных игр необходимо осуществлять лишь с подсоединенным родным блоком питания. В противном случае количество кадров в секунду или FPS может значительно снизиться. Так что используем родной блок питания для требовательных игр. Вот такой интересный и забавный геймерский ноутбук с двумя дисплеями Hewlett-Packard Omen X2S. Железяка достойная рассмотрения. Это канал Отвертка, канал домашнего мастера и наш партнер сайт mobcompany.info. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно.